На выставке CES 2012 у компании Sony, к сожалению, нет каких-то ярких новых моделей ноутбуков, но во время выступления президента Sony были показаны на экране два концепта, которые мы с удивлением с Николаем Тарубаром встретили живьем на выходе со стенда. Уже уходили, но вдруг их увидели живьем. Вот они под стеклом. Что самое интересное, они работают, хотя выглядят как макеты, но это действительно две рабочие модели. Вот это первое. Дизайн очень сильно напоминает Samsung 7 Series, представленный на прошлогоднем CES. Такой же форм-фактор, слайдер. Достать их оттуда нельзя. Тут прочное стекло на шурупах, не дадут их нам посмотреть. Ну, что можно сказать, в комплекте есть стилус, это первое, что бросается в глаза. На презентации видно, что на экране этого ноутбука, трансформера, не знаю чего там, планшета, можно рисовать. Да, мне еще показались очень любопытными, вот, Коль, иди сюда, два момента. Сюда, смотри. Вот задняя часть, боковая, вернее, часть. Здесь две дырки, то ли для USB, то ли непонятно для чего. Для USB маловаты, но, видимо, это все-таки будет USB. Но еще более интересный момент с другой стороны. Осторожно. Иди сюда. Другой бок этого трансформера, там есть прорезь для привода. Мне почему-то кажется, это прорезь для привода. Как ты думаешь? Да, очень похоже. Очень похоже. Здесь вот внизу, ну, видимо, динамик там будет или есть уже, непонятно. Это зарядка или не зарядка, неизвестно. Похоже на Apple-овскую, но, скорее всего, это просто замок Кенсингтона. Ничего не понятно о начинке этого компьютера, но надо думать, что там будет что-то такое, что позволит ему работать быстро. Второй, еще более интересный и, наверное, пока рано говорить, но, возможно, самый крутой концепт этой выставки – это вот этот вот компьютер от Sony. Гибрид, планшет, ноутбук. Непонятно, что это такое, потому что видно, что клавиатура здесь не может жить без вот этой основной части, в то время как у многих планшетов клавиатура – это просто отдельный аксессуар, покупаешь там любую и пользуешься, то здесь она принадлежит именно вот этой основной части. Но она живет отдельно. Как она работает? По радиочастоте, по Bluetooth, пока непонятно, ничего об этом не сказали, но выглядит все очень пристойно, очень красиво. Сзади есть камера, гнездо для наушников, здесь видно. Сенсорная кнопка включения, регулировки громкости и что это, я не знаю, ребут или возврат в меню или еще куда, непонятно. Возможно, вот этот продукт дает нам понять то, как будут выглядеть продукты Sony в будущем, через год, два, три, может быть, через полгода. Симпатичная вещь, классно.